Завтра едем с Яной кататься. Хотел показать резину. Вот у нас есть вот такая вот резина. Тут 4 ряда шипов. Раз, два, три, 4. А у Яны вот такая резина. Тут только 2 ряда по центру. На самом деле я не планировал такую покупать, а просто когда покупал, не увидел в описании. И мне продавец такой дает, а я такой смотрю, а где шипы лишние? На самом деле продаются даже комплекты, вот с этими шипами их можно самим вкручивать. Но, как показывает практика, разницы между вот этими и этими особой нету. То есть Яна на этих вполне так же себе хорошо едет по асфальту, как и я на этих. Но весят они меньше. Кстати, сейчас взвешу их. Девятьсот пятьдесят, ну а тот кило с чем-то. В принципе, там 100 грамм, не сильно разница. Тогда, может, имеет смысл, пусть будет 4 ряда. Короче, у меня вот здесь дверь. Это один выход из горы. Я живу в горе, иначе не прожить. Вот так вот, если я наступаю сюда и отступаюсь, дверь закрывается. Короче, здесь я кровать сесть надыбала. Здесь у меня коридор еще один. Вот так вот. Это выход туда. Тут, короче, пасутся, смотри, видишь? Всякие овцы и все такое. Там в воде кто-то плавал. Да, я не знаю, еще не пробовала с ним сражаться. Поэтому я только так могу жить. Мы собираемся. Время уже 11. А мы все сейчас собираемся. Едем в Москву кататься и пить кофе. Ну, как обычно, когда мы едем в Москву, мы пьем кофе и катаемся. Что скажешь, Яна? Мы едем кататься? Я уже это сказал, не повторяй. Привет. Меня зовут Яна. Сегодня Яна, Янин день, она захотела сюда. Куда мы едем? Просто объедем все, что можно объехать. Короче, я сегодня еду просто за Яной и все. Мы на шипах. Здесь как бы они сильно не нужны. Но иногда бывают места такие, где прям куски. В общем, куски льда. Я попозже засниму, покажу. На улице холодно. Градусник показывает минус 1 градус. Но мы только вышли из машины. Он еще не определился с температурой. Оно по ощущениям, я думаю, как будто минус 10. Вчера было намного теплее, когда мы ездили вот к подводной лодке. В ДНХ, оказывается, есть вот рыбацкая деревня. Вон люди стоят, даже несмотря на то, что минус 3 градуса. Люди. А тут такие домики, видимо, чтобы погреться. Я думаю, да, ты плачешь, а домиком уже пользуешься. Ну, шашлык жаришь и это, рыбачишь. Не знаю, насчет шашлыка жаришь. Тут нет мангала. Ты просто приходишь с друзьями, да? Наверное, не знаю. Я первый раз это вижу тут. Сегодня мы на ВДНХ зарулили туда, куда обычно не заезжали. Едем дальше. На улице почти минус 5, народ играет в теннис. Вот местами у нас асфальт, а местами вот такие вот снежные наледи. Поэтому даже если иногда кажется, что шипы не нужны зимой, я считаю, что по асфальту чуть-чуть лучше потерпеть, но зато вот в таких местах чувствую себя более-менее уверенно. Ничего, Яна. Ты не в фокусе. А я не вижу, когда я в фокусе или нет. Так далеко маленький экран для меня. Так
что я все равно не убежу. Только если рядом подержать. Сейчас нам должны тортик принести. Точнее, не тортик, но будет сладко. А, я, значит, выключу. Ну, подожди, стой, мне нравится вот так вот, когда наезжаю. Темновато. Смотри, какой эффект. Видишь, эффект какой, смотри. Сейчас. На фон сзади смотри. Сейчас, еще раз. Ну, фон отдаляется, а это приближается. Mm-hmm. Это как ты делаешь? Одновременно приближаю и зум использую. Началась непогода. Снег прямо в глаза летит, а я как назло не взял очки с собой из машины. Пока мы кушали, на улице вывалился снег. И вот сейчас едешь, и вот не видно, где асфальт, а где вот такая наледь, да? Непонятно. Поэтому мы едем очень аккуратно. Все на ВДНХ катаются или учатся кататься на лошадях. И даже вот на маленьких пони. Пони спокойно. Хочешь я на пони покататься? Не, мне пони жалко. Сначала мы выехали, мне было вообще дико холодно. Хотя было всего лишь минус 4 градуса, и ну я прям, меня как-то промерзало. А сейчас мы съездили в Тануки, покушали, мне прям так тепло, так хорошо стало. Может, это из-за того, что снег пошел и ветра нету, но прямо я согрелся. Ветер, наверное, есть, они, ну, поменьше, хотя в некоторых местах нормально. Наверное, еда все-таки имеет значение. Не, еда точно имеет значение, потому что мы тогда ехали, когда я первые 100 километров. Мы доехали до кофе, попили кофе, съели шоколадку, и я как-то, ну, в общем, появились силы. Бодро поехала. Да. А до этого ты, кстати, тогда тоже утром не ела, да, по-моему? Я не помню. Да, я точно помню. Все, мы едем дальше. А это мое новое крыло. Вчера я так запачкался, аж до головы, что сегодня я поехал и купил себе новое крыло. Изначально я хотел взять себе точно такое же, как у Яны. Это X-Blade 2 фирмы SKS. Тут вот такое крепление на ленточке. Его можно регулировать под разного размера подседельный штырь. Держится очень хорошо, не перекручивается, ничего с ним не происходит. Если вот это все подкрутить, то все отлично, по колесу не бьет. Вот. А себе я взял все-таки топик фирмы. Не знаю, просто чтобы не одинаковые были, попробовать и то, и то. Тут крепление немножко другое. Тоже три варианта. Раз, два, три. Под разные диаметры. И регулировка. Раз. И регулировка два. Изначально меня смущала вот эта дырочка. Но ну, тут эта палочка, она закрывает. И все. И в принципе эту штуку я смогу снять и ездить без нее. Выглядит, конечно, такое теперь странновато. Но зато спина будет чистая. А то у меня вчера аж до шлема долетала грязь. Я вставлю сюда кусок фотки. Взяли с собой термос с чаем, взяли с собой воду, но заехали в Тануки. Пойдем?
остановились попить чая. О, кстати, я хотел рассказать про этот термос. У меня есть термос, который идеально подходит вот в эту штуку для фляги. Ну, не прямо идеально, но я думаю, вот в этом месте, если стукнуть хорошенько молотком так вот, то как раз будет вмятина. И эта вмятина будет вот здесь совпадать, и будет вообще отлично. Такой. Я покупал на Алиэкспрессе, особо никаких надежд я на него не возлагал, но вот мы налили утром чай, сейчас уже 4 часа, кстати, через 10 минут заход солнца. 750 миллилитров. Да, и держит... Объемнее. Да, держит хорошо горячий чай. Мы... Ну смотри, еще пар идет, видишь? Угу. Я вчера катался, он почти до вечера был теплым. И до этого я катался, тоже держит хорошо. Самое главное, что он вписывается прямо вот в место для бутылок. Не знаю, не видно. Скоро уже заработает каток. А вон там разве не катаются? Нет, они пешком идут. Нет, нет, пока еще закрыто. Поехали. На Новый год придем кататься. Вот чуть-чуть в доме. Тепло? Да. Очень даже. Я еще думала сегодня одевать вторую смеску, но не стала. И если бы одела, было бы жарко даже. Главное, что ножкам тепло. Вот вообще я безмерно радуюсь. Итак, мы проехали сегодня 70 километров в одну сторону на машине для того, чтобы проехать 18 километров на велосипеде. И сейчас мы поедем 70 километров обратно на машине. Но оно того стоило. Вот так вот.